С наступлением 21 века и прогресса технологий, которые позволяют общаться, узнавать информацию, не выходя из дома, не уменьшилось читателей в нашей центральной библиотеке. Более того, по словам сотрудников библиотеки, посетителей стало больше. Летом учащиеся берут книги, которые необходимо изучить по школьной программе, а в учебный год готовятся дополнительно к занятиям. Учителя тоже обращаются к библиотечному фонду для подготовки проведения праздников, классных часов. Сейчас проходят выставки, посвященные Дню знаний, как в помощь учителям, так и школьникам. Сотрудники библиотеки проводят тематические часы, посвященные разведчику Юрию Кузнецову, юбилею Федора Достоевского, посещают школы с народно-патриотическими программами. Работники библиотеки стремятся идти в ногу со временем и развиваться, удовлетворять желания читателей. В целом хочется бы нам, как специалистам, приобрести, например, интерактивную доску, чтобы наши мероприятия в читальных залах были более красивые, чтобы для читателей появилось побольше парк компьютеров. И у нас разработана программа, чтобы ее наше управление культуры и отдел молодежной политики и администрация города поддержали. В целом библиотеки хорошо, уютно, красиво по сравнению с другими библиотеками области. Но хотелось, чтобы был сделан ремонт хороший такой. И чтобы наших читателей радовались уюту, вниманию. Подержать любимую книгу в руках, ощутить запах страниц и истории. Вот отличие от технического прогресса.